Мынау Қазақстан, Қаралпақстан, Даутата шекарасы. Мында 50 шақты халық, Қазақстан азаматтары, Қазақстан бетіне өте алмай жатырмыз. Уже 3 күн болды жатқаннан, жас балдар, кішкентай балдар бар. Уже ақшалары, ішетін тамақтары таусылған. Мына жібермей жатыр. Остан не істерімізді білмей, енді кімнен көмек сұрарымызды білмей. Консульствосына бәріне хабарластық. 4 июля 22 года. Атбасар. Град прошел. Он злой какой. Ветер усложняет тушение пожара. Он аржанда, кандай база бара, га? Кандай база бара, аржанда? Жубек жолы. Жубек жолы. Керуин. Керуин, анау, айгерім, да? Пострадало 5 человек. К сожалению, 2 человека скончались. Один умер, не приходя в себя, на месте происшествия. Второй был доставлен в клинику ТШО, где также, к сожалению, умер. Третий пациент доставлен с самолетом Тенгиз Шевройла в областную больницу города Атырау. На данный момент ему оказывается сейчас помощь, обследование. Champion. 62-62. Oh, what a turnaround in this final. No dream realized for Om Jabbar and for all those who follow her, but Yelena Rybakina, who's done it the hard way, coming from behind. Сегодня казахстанцы отмечают один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан-айт. В этом году он пройдет с 9 по 11 июля. В мечетях страны сегодня утром прошли айт-намазы. В течение 3 дней после намаза Курбан-айт мусульмане совершают жертвоприношение. Граждане, имеющие финансовую возможность, в первый день праздника приносят в жертву барана либо другое животное. Обычно треть мяса предназначена для угощения своей семьи, треть для раздачи нуждающимся людям – а следующую треть мяса раздают родственникам или соседям, которые тоже находятся в трудном положении. В этом году для удобства жителей жертвоприношение осуществляется в офлайн и онлайн форматах. Вы что делаете? Что вы делаете? 4 ночи. Что вы делаете, спрашиваю. Ну, завтра посмотрим, когда полиция вам что-то говорит. Что вы делаете? Отошли оттуда, я сейчас выйду. Эти ебальник начищу, Этого, этих наркоманов, бля, вторые сутки ловим. Это микрорайон, бля, Акпулак, бля. Улица Егендебулак, бля. Аханова. Аханова, Сейдулла Байтерекова, 80. Весь район у нас закладчики. Уже вторые сутки, вот жители здесь стоят, все ловим сами. Сейчас звоним 02, уже течение 50 час. Минут, час, да, уже, 02 не едет. Это город Алмата, Алатауский район.
Ух, юг вышибает. Стрельба ведется. Даровоз, Алатау Сити. Так, молодой человек, я, конечно, все понимаю, но похоже, что не все. Женщину застрелили во время сбора ягоды на севере страны. Сельчанка погибла от ранения в грудь. Ей было 49 лет. Как рассказали местные жители, несчастная еще успела сделать звонок родным. Ее обнаружили в 3 километрах от станции Бауманской. Как стало известно позже, Алтынай Муздагбаева отправилась в лес, но попала под пулю местных охотников. По неподтвержденной информации, охотников было двое. Тем временем в прокуратуре сообщили, что задержан 65-летний односельчанин погибшей. Подозреваемый рассказал, что из винтовки стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую, сразу сообщил участковому инспектору полиции. Из ранее введенных 7 сахарных заводов сегодня действует только 4. В Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть, 31%. Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году, с 7 до 43%. Однако за последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решение в рамках Евразийского экономического союза, но в любом случае
Это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахту Султанову и Ербулу Карашукееву. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель – значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению. Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок. Нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Кровавая драка из-за небольшого ДТП по улице Букиханова потрясла казахстанцев. Эти кадры облетели соцсети. Видно, как автомобиль подрезает Део Матис. Сначала начинается перепалка, которая перерастает в откровенную бойню. В итоге двое юношей попали в больницу, у них тяжелые травмы. Если бы рядом не оказалось свидетелей, парней бы убили, уверена мать одного из пострадавших. Полиции сообщили, что личности нападавших установлены, ведется расследование по статье хулиганства. По ней виновным может грозить 2 года тюрьмы. Однако родные избитых молодых людей с полицейскими не согласны. Говорят, статью необходимо переквалифицировать на более жесткую.